Добрый день, дорогие коллеги. Меня зовут Демиденко Александр. Я являюсь генеральным директором компании Hygiene Kinetics. Наша компания производит свою продукцию для женщин. Мы ценим и превозносим роль женщины в создании и приумножении жизни на Земле. Поэтому забота о здоровье женщины является социальной миссией нашей компании. Первым шагом в реализации этой непростой задачи стало обследование сотрудниц нашей фабрики у врача-маммолога. К сожалению, мы столкнулись с вопиющей безграмотностью. Большинство сотрудниц не только не знают о существовании данного специалиста, но даже и не подозревают о всех последствиях такой страшной болезни, как опухоль молочной железы. Присоединившись к программе Avon «Вместе против рака», Ола открыла для себя новые возможности, пропагандируя ответственное отношение со стороны женщин к своему здоровью. Только объединив наши усилия, мы сможем донести важнейшую информацию по профилактике рака груди миллионам женщин в нашей стране. Девиз марки Ола – «Счастье быть женщиной». Наши компании оказались близки в понимании этих замечательных слов. И в 2009 году Ола и Avon будут активно сотрудничать, реализуя совместные акции и пропагандируя проблему рака груди в России. Милые дамы, заботьтесь о себе. Мы любим вас. Именно поэтому хотим видеть вас здоровыми и счастливыми.